Это чудовищно. Я тоже видела эти новости. Насколько я понимаю, президентский пресс-секретарь подтвердил это, значит, это правда. Ну или, по крайней мере, это то, что нам хотят сообщить в качестве официальной версии. Я могу от себя сказать следующее. В прошлый вторник я слышала аудиозапись его голоса с одного из многочисленных судебных заседаний, в которых он участвует. И эта запись была сделана за день до того. Это был голос бодрого, энергичного, здорового человека. Я могу это подтвердить. Это значит, что он был убит. Он был убит для того, чтобы он не мешал проведению выборной кампании. Это то, что лежит на поверхности и чего нельзя не видеть. Это чудовищное преступление. Как можно повлиять на произошедшее? Мертвых не вернешь. Мы находимся на Мюнхенской конференции безопасности. Сегодня день открытия. Здесь Юлия Навальная и члены команды ФБК. Я далека от мысли о том, что здесь какой-то специальный тайминг. Это слишком хитро. Я думаю, что тайминг приурочен к выборам. Я думаю, что в этом дело.